Подрастают у меня сыновья. Я должен предстоит заниматься им, и хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчики, увы, не в цене, а работа не из легких и строгая, и поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою, а небо. Только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутил, как послушно тебе мощь многотонная, но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными. И о ребра часовых поясов биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов, и здоровье на болячке разменяно. Но небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стресс и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать, подбирай себе бытье беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. Ребят, я пока